Достаточно. Достаточно. А можно я прямо начну с самого начала, потому что здесь дойдет дальше дело, будет замечательно, но есть чем позаниматься. Вот так. Угу. Как я люблю говорить, нас на чистых струнах любой сыграет. Надо на фальшивых попробовать. Это принципиальная позиция сыграть это вот это. Как-то лучше. Как-то более и радостно. Там форт, там нет характера. Можно и так сыграть, пожалуйста. Ну как-то это. Нет, как сыграть? Я тоже не давлю. А потом, вот тут тоже момент, где Шаховской не всегда соглашался. Она считает, что Маркаля должно быть такое. Кусачим. А я считаю, что она должна быть звучащим. Тогда вот успевает звучать. Ну тогда, говорит, это не Маркаля, она мне. Хорошо, ладно, не Маркаля. Главное, чтобы звучал. Можно и так сыграть. Ну, можно и здесь сыграть, но здесь, конечно, вкуснее. И тоже вниз. А самое главное. Пропить-то надо дальше. Давай. Ну, как хочешь. Не принципиально. Только вниз. Стоп. Все время вниз. Так, чтобы она вверх приходила. Добейся, пожалуйста, того, чтобы было все-таки, чтобы было ровно и, наверное, равно какие-то ноты пузырятся, и здесь что-то такое. Да, фраза идет в это до, но... Дальше. Одна скорость. Взяла ноту, только перед этим руку сюда перенесла, чтобы уже было готово вот это. И сразу одной скорости даже лучше замедлить смычок вот здесь, чем наоборот. Это уже не в стиле. Это называется артикуляционная как бы составляющая, за которую очень надо внимательно в таких сонатах следить. То есть малейший выкрик смычка, малейший неровность, она сразу все портит. Вот это уже за. И все ноты ровно, включая штрихи, включая две ноты вверх. Пошли отсюда. Стоп. Да, это лучше, но только смотри, у тебя. И вот эту ноту ты вот таким движением делаешь. Ты что? Туда же. Понимаешь, она не будет хватать, конечно. Вот. Вот что-то такое происходит, а? Место, а? То есть она еще раз туда же должна руку отправить. Ну, нет. Давай. Вот так, да. Та-ра-ра, там, вот так. Ну хотя бы так. Один раз получилось, два нет. Ну,
Ну, потому что иначе она никогда не зацепит, она будет просто мимо струны. То есть, грубо говоря, медленно дома остановилась, вот, и еще раз вот так, как стакат мы уже... Таким возвратным движением, как будто на одном месте. Поэтому... Сыграй вот через паузу. Вот ты рано сыграл и вот сюда зачем? Да вот, да так, ты и ближе колодки немножко. Потому чтобы не стрелял, Да, вот это надо сделать. И не давай. Вот здесь смычок туда не опускали. Оставь ты его в покое. Вот он стоит и ищет. А? Ведь она что делает? Вот сюда. Да, вот этого ни в коем случае нельзя делать. Она немножечко, на микрончик, конечно, чуть-чуть взрывается, но не так, чтобы совсем смычок почти выпустить. Из-за этого и не может нормально взять. А еще последняя деталь. Стоит акцент. Понятно, что это к стилизии. Еще с пустой все равно. Он такой должен быть. Нет, и все. Кстати, вот здесь, опять же, на меня профессура вся ополчится, но как раз вот эти пустые струны играются, конечно, практически на грифе, иначе они прозвучат. И самое, вот так, но успеть руку поставить так, что удобно, чтобы вес руки уже был на струне, тогда она возьмет. Вот, ну, это как бы деталь. Дальше. Вот отсюда. Спасибо. Ну, самое кофе. Это что? Видишь, внизу звучит. У нас молния снимет разрыв. Молодец. Дальше, извини, я буду придираться очень много, мы пройдем лучше экспозицию, но тщательно. Достать эту ноту кистью и как бы на легатной основе, вообще очень много легатного, гораздо больше, чем мы себе представляем. Мы все время пытаемся что-то вот такое сделать. А тут... Почему здесь вот не пропеть это? А где ты там диминуэнду нашла? Где ты там диминуэнду нашла? Я не говорю, что крещенду, но отдыхаю и заново. Как тяжело мне, какая я старая, уставшая, мне 95 лет, у меня ножки не ходят. Нет, я немножко ушел, но смотри, какая мне нота живет. Кстати, я не советовал бы двойную ноту тянуть до конца вот здесь. Чтобы отпустить ее, и тогда польется дальнейшая мелодия, да? Давай. Нет, это почти откровенно в наглую паузу делаешь. И дальше мылом людей кормишь. Вот. Это мылом. Знаешь, почему мылом? Знаешь, да, это смычок мылом, если намазать, вот будет такой звук. Понимаешь? Вот это называется мылом. Давай. Так, стоп. Молодец. Извините, буду останавливать на каждом шагу, ну что ж. Вот это у нас существует пальчик. Чтобы это не проторчало. Извиняюсь за интонацию. Лень настраиваться, да и времени нет. Такая аппликатура, да? Такая аппликатура. Так, через пустую. Я не об этом говорю, что первая ля она пустая, да? Видишь? Это тот случай, где надо работать вот этой частью. Я не говорю в чистом виде пальцами, но большая часть проводит пальцы, нежели рука. А у тебя вот такое неуклюжее движение. И из-за этого она... И все, и торчит, как гвоздь из пола, скажем так. Давай.
Вот. Да, стоп, дальше. Это такие маникюрные такие приемчики такие, знаешь, там сейчас ноготок подтяжешь. Почему здесь дырка? Почему пауза? Она это маникюр накрасила. Еще она покрасила. И вот эта остановочка, а не остановочка. И это поет. Давай. Да. Смотри. Это крещендо такое. Вера Михайловна Бирина называла это сосисочно-колбасные изделия. Вот это вот такие, знаете. Помните это простоквашино, когда там шарик это из теста там, то кости вляпают, то вот это, вот эти сардельки такие, сосиски. Вот это. Вот тебе крещендо. И то же самое. Ровно, чтобы ничего не стреляло, чтобы ничего не раздувалось, да. Ну быстрее смычок идет. Здесь крайне важно, чтобы смычок работал с одной скоростью. Если тебе нужно. Вот одна скорость. Дальше нужна быстрее скорость, она сразу пошла. И ничего не раздувается по пути. Что он такое? Или такое. Иди сюда. И здесь. Вот это называется культура вот этой классической игры, да? В которой нам крайне необходимо все привить. И сам здесь педагог сколько тебе не говорил, пока ты сама это контролировать не будешь. Не захочешь, не услышишь, как это должно быть, ничего такого. То есть, ну, то есть, как оно будет улучшаться, но не теми темпами, которыми ты могла бы двигаться. Давай, та-да-да-да-да, прям сразу, ля-си-да-да. Ну и откуда хочешь. Слышь, ну что, диминенту сделал, а? Вот! И дальше. Вот опять вот этот, смотри. Все-таки акцент такой. Я не говорю, что так делать, но у тебя получилось вот так. Звонок, потом сделан типа акцент. А самое интересное, что дальше то же самое. Вот эти самые вот эти сосисочно-колбасные изделия. Дальше. Да. Так же самое, да. Во-первых, надо проиграть ноту си и ноту ре, и на ровном смычке, а. И здесь совершенно не нужно уходить в колодки, а остаться. Вот ты спокойно вернешься к своей любимой родной колодке, да? То есть вот это ара-та-ара-та, а сыграть в этой части смычка. Стоп! А зачем тебе столько смычка? Хотя, наверное, пока это трудно, да, чтобы за паузу перенести ближе колодку, чтобы она не стреляла. Ловко. Видишь, я делаю? За время паузы. Быстренько перенес смычок и плавненько взял эту лярту, чтобы она сюда не торчала. Давай. Не поняла. А что ты все-то? Такое ощущение, что у тебя кот где-то там мяукает. Это. Не отпускать! Почему ты отпускаешь ногу? Где ты там нашла дырку? Там что-то есть? Я черточки не вижу, точки не вижу, я вижу лигу.
Они... Молодец. Да. Очень хорошо. Умница, умница. Намного лучше. Только вот дальше надо заставить себя в конце смычка работать в верхней половине. Чтобы мне на ноты не выстрелило, а у тебя... Видишь, как ровненько, да? Вот это основа, а дальше уже будешь музыку делать. Давай. Да, это лучше, лучше, молодец. Только сама. Только осторожно. Понимаешь, все поет, все звучит. Дальше. Ну, так нельзя по смычкам. Как попало смычки. Мало ли, что нужно переносить смычок. Ну, подняла кисточку и чуть-чуть локоток. Сняла и спокойно перенесла ровно смычок. А у тебя же звучит... И как же так-то? Здесь иногда делается так, чтобы не мучиться. Видимо, из-за этой верхней ноты, которая не прозвучивается, она как бы самая вкусная здесь. Я имею в виду по штрихам. Просмотрите, как считаете нужным, так и делайте. В общем, понятна здесь задача, да? То есть никаких раздуваний. Если нужно быстрее, медленнее смычок, он идет всегда сразу с одной скоростью. Он не может посередине догонять, раздуваться. Он не может ткнуть и остановиться, как вот здесь. Вот этого ничего не должно быть. Должно быть абсолютно ровно. И уже после этого тогда ты можешь говорить о каком-то характере. Чуть тише, чуть громче, чуть мягче, чуть лиричнее, чуть более певучий, чуть-чуть более активно. Но основа должна быть именно вот эта. Иначе это не классическая соната, понимаешь? Давай дальше. Вот это. Спасибо. Здесь ты замечательно сделала... Здесь не это самое, не отпустила смычок и проговорила на ре-струне, это меня порадовало. Но вот теперь мы вернемся к проблемам. Понимаешь, в чем дело? Вот с такой повернутой в эту сторону пальцами и высокой кистью ты никогда не сможешь это зацепить нормальную струну. Опять же, вот тот же самый прием, опять же, имени Шаховского. Убрать два пальца и на опорная струна не ля. Не с ля надо ре доставать, а с ре. Ля. Вот это. Что мы делаем? Вот мы здесь переместились на ля струну. Вот здесь надо сразу перейти на ре струну. Руку, я имею в виду руку опустить на ре струну. И с нее да. Доставать эту струну. Вот это упражнение, как раз я вам его тогда в свое время показывал, опять же, Шаховская с чего начинала, издевалась над нами, бедными, когда мы только поступали на первый курс, значит, она заставляла вот эту штуку убирать, и знаменитый первый каприз 5, и на 4 форта. Это я таким мерзким звуком играю, чтобы выжимать, вот я просто сейчас боюсь даже, вот тут снимает, а то подумал, что... Зимин это штрихи. Вот полезно, да? Вот пока здесь вот судорогами не схватится, вот эта штука. Вот так вот, в самом конце, до самого.
на соль струне. Вот здесь вот базочка, да. И вот вот кисточка, и вот этот пальчики, вот эти все. И кисточки работают вот так, да, и пальчики вот так. И извини меня, кисть в конце смычка, или верхняя половина наносит, повернута сюда. А не вот так. Понимаешь? Потому что ты просто вес руки у тебя мимо идет. У тебя он идет в сторону мизинца сразу, понимаешь? А должен идти сюда. И здесь, соответственно, никто не отменял, что это ты кисточкой достаешь нотку, пальчиками амортизируешь это все дело. А вот эта часть работает как будто на одной струне. Вот она как работала, так и на двух струнах работает. И все надо прожимать, и все надо вызвучить на небольшом смычке и учить это в форте, даже если там пьяно стоит. То, что форте было... Пьяно. То есть это то же самое, это такое же качество, только маленьким смычком. Я не смягчаю звук. И вот здесь вот над этим надо очень серьезно поработать. Давай немножко сейчас мы кисточку сюда повернем, вот так вот. И опусти ее, вот так, да. Вот это положение руки нормально. И еще, вот понимаешь, в таких случаях очень важно не прямые пальцы, а чтобы вот еще вот немножечко мы падали вот этой фаланги, как бы этой частью фаланги, мы немножечко добавляли веса. То есть как будто они немножко, вот смотри, вот пальчики, вот так можешь делать? Вот смотри. Да, только ты делаешь так, а я делаю так, что я туда руку опускаю. Нет. А вот, нет, наоборот. Вот рука как будто вниз пошла, и пальцы вместе с ними вот туда. Нет, ты делаешь вот так, а я делаю вот так. Я просто туда, вот сюда руку опускаю. Наоборот. Стоп. Да. Наоборот, вниз кисть опусти этим движением. В общем, понимаете, вот это, этим мы еще можем влиять на наклон волос. Знаете, то есть вот это пьяно, оно может быть меньшим наклоном, но качество останется тем же. Иначе это звучать не будет. Ну, в общем, где-то вот как-то вот в этом направлении, да? Давай отсюда. В принципе, здесь то же самое, ну давай, сыграй. Вот это вот такой поворот в эту сторону. Это. Вот так, да. Спасибо. Вот на ре струне вообще ничего не звучит. Для звучит, а на ре ты остаешься вот так. Я уже здесь руку опустил. У меня все звучит. И причем я тебе скажу даже больше. Я смычок не так. Если заметил, основа певучая, я ничего не толкаю. И здесь то же самое. Сюда рукой. И, извините, ближе к подставке максимально. Вот на ре струне ничего не звучит. Ничего не звучит на ре. Та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Вот соль уже нету. Пьяно. А пьяно. Форм. Пьяно. Вот сначала это качество, а потом уже можно что-то такое выделывать, но на основе вот этого качества, понимаешь? Два раза одинаково, но не важно, она сама все разделала. Дальше, поехали отсюда. Спасибо.
Во-первых, надо, чтобы правая с левой на нотах вверх совпадало. Чтобы левая как будто чуть-чуть раньше дает. А у тебя положено... Что-то такое, да? Чтобы все ноты были четко отработаны и левой рукой, в первую очередь, и правой. Давай. Отводи. Все вторые пальцы почти не играют, они должны... Видишь, как мера? Вот. Слышишь, как они стучат? Вот так и у тебя должно быть. Это лучше. Ну а потом ты играешь опять на грифе. Ты знаешь, сколько струна, посмотри, какая она короткая. А ты играешь вот здесь. Ты что? Вот. И дальше не надо это. Звезд. Сначала певучий сделай их, а потом уже будешь добавлять акценты за счет скорости смычка. То есть. Ну куда смычок пополз? Куда он залез туда? Что это? Ну, о, господи. Ну, ты взяла ноту ля вот здесь, смычком, вот здесь, между грифом поставила. А дальше у тебя смычок чуть ли не на гриф уполз. Знаете, здесь все-таки аппликатуру надо поменять. Двушками, потому что это... Это ужасное. Если можно, потому что... Да. Нет, да, дальше, третий. Да. На месте дальше. Да. Да, дальше. Нет, за месяц, да там все на месте. А. И опять смычок. И куда он там уехал? Не сильно, но я, смотрите. Акцент. Скорость смычка. И все звучит сразу. Да. В общем, да, конец смычка, извините, надо разрабатывать. И именно на контабельном. Видишь, я же не стучу, ничего такого. И здесь кайфовее. Сыграть так. В общем, как-то так.